Всем привет! Мои звездочки! Видите, у нас сегодня вот такая вот штучка. Наверное, вы уже догадались. Мы сегодня будем просто обыкновенный челлендж делать. Как сделать слайм по-обычному. У нас такие ингредиенты. Пена, шампунь, клей, блесточки на всякий случай, тетракарбонат натрия. Ну и у нас есть несколько цветов для того, чтобы покрасить наши слаймики. Это пищевые красители, которые мы взяли для того, чтобы украсить слайм, придать ему какой-то цвет. У нас здесь есть синий цвет и красненький цвет. А вы напишите в комментариях, у кого получится красивее слайм по цвету, по текстуре. Хорошо? Итак, начинаем! Для начала нам надо, а что сделать? Налить клей. Открываем клей. Интересная процедура. Я так открываю. Давай. Мы как в болоте, где лягушки квакают. Аккуратненько мы вылили клей. Наша Алина очень любит делать слаймы. Обожает просто. Конечно, я слайм. Она бы каждый день их делала. Ну что? Все до капельки? Ты думаешь, это сгущенка? Только белая. Похоже на сгущенку. Аккуратненько убираем их. Давай, Нита Ивановна. Теперь ты говори, ты знаешь рецепт. Мы уже несколько раз делали, ребята, делали уже слаймы. Так что можете посмотреть наше видео из прошлых серий, как мы делали слаймы. И сейчас у нас видео опять о слайме. Как сделать слайм. Мы должны вот так вот растрясти пеночку. Вот так, подожди. Вот так надо, ребята. Хорошо, чтобы хорошо пенку растрясти, надо вот так вот. Нет, не двумя ручками, а вот так одной. Я вот так вот как кремом, по кругу. Но тут надо много пенки. У тебя замок. Алина, много пенки. Наверное, мне вот так хватит. По кругу везде. Мне вот так хватит. Везде давай пенки. Надо чем-то перемешать. Вот, да, мы забыли, ребятка. Сейчас я быстренько. Для вас будет одна секундочка. Сейчас я быстренько принесу. Ложку? Не мне там. Ложку? Да. Я пока добавлю еще и пены. Спасибо. Мы как будто сейчас будем обедать. Да. У нас вот такая вот тарелочка. Мама, смотри, какое желе. Ребят, смотрите, какое классное желе. А теперь надо аккуратненько перемешать. Вот так. Смотрите. Ты классный. Такая получается у нас смесь. У меня было немножко больше пены, если вы заметили. Мне надо, наверное, еще пены дать. Он сейчас такой у нас прям пушистик. Правда? Да. Похоже на облачко. Сейчас пока, ребята, у нас одинаковые слаймы. Если честно, у меня было чуть больше пенки. И пока Эллен ходила за ложечкой, я ей тоже чуть пеночки добавила. Нет? Да, ты не знала? Я не заметила. Ну, я так светлее. Мне надо, наверное, еще пенку дать. Уже, смотрите, загущается. Ох, она любит лепить. А сейчас мы добавим шампунь, ребятки. Этот рецепт, ребята, проверенный. Мы уже его делали несколько раз. В наших видео прошлых можете посмотреть. Обязательно слайм получится. Конечно. Только у нас будут разные. А вы напишите, который вам больше понравился. Он уже помягче стал от шампуня. Он стал жиже. Если рукой взять, он обязательно приклеится. Ну, руки... мы еще загустим. Что это ничего. Мы сейчас только добавим вот эту вот штучку. Тетрабарат натрия.
Это он тоже проверенный. Давай добавляем. Я добавляю немножечко. И сильно добавлять не надо, чтобы он не был слишком густой такой. А потом, если вы видите, что он не густеет, тогда можно еще немножко добавить. Он сейчас после этого должен от стенок отходить хорошенько. Видите? Видите, как он от стенок сразу начинает отклеиваться. Если плохо отклеивается, значит, надо добавить еще. И когда он уже будет от стенок отлепливаться, тогда можно его будет взять в руки. Но еще у нас задумка есть покрасить его. Если он сильно загустел, то значит, можно добавить еще немножко будет шампуньки. Для того, чтобы он чуть стал пожиже, помягче. Вот такая вот кучка у меня получается, видите? И вот эта кучка у нас уже есть готовый слаймик. Вот. У меня уже готовый, я первая. Это такая кучка, видите, она немножко еще клеится. Надо его размять. Вот такие немаленькие получились. А, классная штука. Антистресс для рук. Видите, ребята, как просто сделать слайм. Если хотите, можете сами сначала сделать. Если у вас получится, можете поделиться этим видео с друзьями. Да. Чтобы и у них получился слаймик. Конечно. Послушайте, он хрустит классно. Так, сейчас я буду красить его с тарелочки. Сделай за мной. Ого, у меня вот такой синий. Руки все синие. А я уже по-синему покрасила. Ого, мне страшно. Нет. Только вы, ребята, запомните, у меня синий цвет. Ой, он красный. А руки какие. Мне руки отмоются. Ой, какой у меня структурный. Но цвет красивый. Да. Только он еще, видите, какие полосочки на нем. Да, у меня тоже здесь вот так белый еще здесь. А, кстати, красивые цвета. Да. Мне нравится. По цвету мне нравятся оба. А вы напишите в комментариях, какой нравится вам. Вы хотите, чтобы у вас были руки такие синие или красные, или еще какой-то там цвет? Тогда можете брать такие красители. А если не хотите, тогда покупайте какие-то другие. Но слаймы у нас получились прикольные. По цвету красивые. Да, и не только по цвету. То есть... Эй! Мне на голову не надо. Вдруг он ко мне прилипнет. Маме не говорить. Как школьный секонд-хенд. Не делайте такого. Вот такие слаймики, друзья, у нас получились. Хрустящие, синие, красные, руки синие, красные. Два, раз. Я сделала колбасу. Давай. Подожди. Я тоже хочу так. Раскручиваем. О, батон у меня. Я гоголь-моголь. Вот такие красивые слаймики. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Если хотите попробовать, делайте по нашему проверенному рецептику. Слайм хороший получился. Если видео было полезным, делитесь с друзьями. Если вам было с нами не скучно и интересно, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр и всем пока!